Пишу на контур. Не проверял, короче, свою корчашку. Примерно с недельку. Там, короче, ротанчиков уже набилось. Ну, корчашка-то это не сеть. Рыба не портится. Нихера уток полетело. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 штук, друзья. Охуеть. Вот это табусь. Видно. Ёбаный, у вас телефон, блин. Не успели. Нихуя. Табун, друзья. Сейчас, короче, поставлю телефон на место, где он будет снимать, как я высыпаю. Ротанчиков. Охренеть. Ну, в лед можно было стрельнуть, друзья. По крикошам. Короче, вот сколько рыбки. Смотрите. Друзья, видали, сколько ротанов? Смотрите. Обалдеть сколько. Я даже не знаю счета им. Но сейчас посчитаем. Вот. Сейчас, короче, пускай пишет. Не знаю, что видно. Сейчас посмотрим. Ну вот так, я думаю, все будет видно. Ну, короче, эти ротаны вообще классные в муке. В муке обалденные. Вот такие вот, вообще охуенные. Вот таких можно. Вот таких вот уже. На наживку использовать. На самого уже ротана. Сейчас я пакет достану, посчитаю. Пошел, короче, косачей посмотреть. Да корчашку проверить, да хлебом зарядить. Но я так понимаю, ей хлеб нафиг не нужен. Там хлеба вообще не было. Короче, посчитаем. Это хлеб сюда. А это для ротанчика. Пакетик возьму. Так, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Так, 14. Так, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. 72, 84, 86, 87, 88, 90, друзья, ротанов. Короче, килограмма где-то, ну вот, смотрите, килограмма 2 где-то. 80 ротанчиков, друзья. Так, надо мне здесь, наверное, припрятать. Потом вечером пойду, проверю еще раз корчашечку. Ну вот, смотрите, ротанчик. Это, конечно же, не крупные. Крупные на удочку ловятся, я вам скоро покажу их. А здесь, короче, вот это вот самые мощные ротанчики. А может, попробую я их засолить под прессом. Говорят, офигенные. Как мой его потом скоптить с кишками. Ну, посмотрим, друзья, с женой поговорим, решим, что сделать. Вот такая вот лежаночка лося. Тут вот лежал. Вот примерно. Где-то вот здесь вот я стоял. Вот возле этой березы сломанной. Метров 80 примерно.
Он отсюда устал и пошел туда. Ушел, короче. Вон тут вторая есть лежанка. Вот, друзья. Вот здесь вот он тоже лежал. Видите? Все излежено. Как-то так. А вот здесь вот, видите? Сгрыз веточку. Погрызы были. Вот, видать, рогом сломал. Вот это, рогом. Отломано, я так думаю, потому что вот сломано, видите? Вот эта вот палочка сломана. Так, ну это не эта ветка. Та куда-то улетела. Вот. Видите, пощипана веточка. Здесь тоже вот это. Ходил вот здесь вот лось. И вот тропа. Такое вот березовое заболоченное место. Классно. Была бы лицензия и карабин. Было бы вообще, друзья, четко. Можно было бы лосика вальнуть. А так нельзя, опасно. Штраф за него, блядь, 250-400 тысяч за самку. За лося 240, по-моему. Опасно, друзья. Вот и приходится только смотреть, ходить. Что, интересно, приходится в такие болота заходить. Ради адреналинчика, чтоб... Даже если вы увидишь, что интерес-то есть, посмотришь на лося хоть. В том году оттуда вот козу сюда загонял, в это болото. Помните, я ходил, снимал. При вас вы ее видели, она прыгала. Вот. Нынче решил зайти в это болото, посмотреть, как здесь дела обстоят. Ну, вот такое вот болотце. Красивое, друзья. Кому нравится, ставим вот такой лайк за лежанки лосиные и за погрызики с заломами. Сейчас, короче, гон на них. Сегодня, по-моему, уже 27 сентября. Вот. Но у меня у знакомых ни у кого нету лицензии. Вот такие дела, друзья. Ладно, давайте пойду дальше прогуляюсь. Пойду сейчас косачей смотреть. Время уже 16:15. Вот, друзья, почему я сказал заболоченное, вы болотинку не увидели. Видите, вот болотце, вода. Вот такой вот рогоз здесь растет. И поэтому здесь вот такие вот сухие березы стоят. Они, короче, вымощены. Вот здесь вот с листвой, это по кромке болота, а это в самом болоте. Видите, сколько их стоит? Вот этих берез. Столько, блин, дров загублено. Это вообще тут кубов 200-300 березы стоит. Вот. Но вот такую вот валить нельзя. Потому что она на корню стоит. И потом лесники будут думать, что ты целую березу свалил. Вот так. Вот так вот. Приходится ходить по таким топям. Вот тут идешь. Вот. Радостно, что вот такие вот березки попадаются. На них можно наступить. И по ним проходить вот так дальше. Вот тут... А, чуть не упал. Вот так. Равновесие нарушено. Жилье на ключе висит. Вот видите. Вот такая вот топь. Среди леса. Лет, может быть, 5 назад здесь ничего не было такого. Потому что березы, видите, еще не упали. Заболотилось махом. Также вот в лесу встречается вот такая вот костяничка. Ягодка. Вот такие вот паучки. Паучок, видите? Еще не замерз. Ну, вот такая костяника. Вот. Вот такая вот вкусная ягода. Вот, таежная. Угу. Число сладкое. Угу. Ну, вон она еще. Угу. Угу. Сейчас, друзья, попробуем на вот эту осинку забраться и посмотреть болото. Ради интереса покажу вам. Если бы она не обломится сейчас. Блин. Качается.
сильно качается. Ой, качается. Вот такое вот болото. Заболоченное. Ну а дров тут сушняка валяется много. Видите? Осинник в основном. Наверное, из-за этого здесь лоси ходят. Потому что осинник есть. Сейчас посмотрим, может, обглоданная где будет. Смотрите, друзья, надеюсь, видно вот тропа, видите? Это тропа лосиная. Я сейчас не стал бы снимать это видео, но вот два вывода у меня есть. Смотрите. Видите, вот поцарапанная. Это вот он рожками чесал, лось. Это вот он рога свои чесал, видите? И как бы вот у меня еще один вывод. Это вот, ну, нынче. И вот смотрите, такой же самый куст. Вот, стоит, но он старый. Вот здесь вот залом, короче. Вот видите, сломанный куст. Я так думаю, что он здесь уже второй год подряд чесал рога свои. Наяривал, короче, вот обглоданная, видите? Вот. Как-то так. Вот она, эта тропинка. Вот он сюда ходит. Вот такие дела, друзья. Ходят. Ну а тут, друзья, видите? Ну а тут, друзья, видите, листва поднята. Непонятно, кто ее поднял. Вот так вот. Такие вот покопы. И вот такая вот вырытая херня. Ну кто это может? Барсук или кабан? Вот здесь посмотрим, что тут. Следы, что ли, какие-то есть. Что, он жуки какие-то. Голова у жука оторвана. Оторвана, короче, смотрите. Но это значит недавно. Жук еще живой. Тут какая-то такая вот личинка. Но личинку кто-то не съел. Следы непонятно. Нет, это кабаненок, смотрите, друзья. Это кабанчик рылся. Видите, копытце небольшое. О, небольшое копытце. Кабанчик, ага. Кабанчики тут ходят. Ребята. Обалдеть. А тут, видите, уже, друзья, и глубокая яма. Прямо. Вот. Хорошо выкопал. Ну а тут вот, друзья, еще один вот такой вот интересный случай. Первый раз такое вижу. Свалена, короче, береза. Ну, отломалась, короче. Валежник лежит, видите? Ну, может, нынешнее, летом. И интересно, смотрите как. Видите, листья растут на пне. Смотрите, не листья, а сами веточки растут. Видали как? Обалдеть, да? И обалдею, смотрите. Проросли веточки. Вот мелкие прям вот так. Первый раз такое вижу. И вся береза такая. Она прям так смотрится офигенно. Смотрите. Видали? Как будто бы вьюном обвита. Со всех сторон. Обалденно смотрится. Видали? О как. Классно. Ставим лайк. Друзья, вот волнушки стоят. Вот три, и вон одна. И вот сколько насобирал. Кучка, видали, какая хорошая волнушек. Червивых, правда, много. И эти уже как бы перестоявшие, но червей нету там. Сейчас еще попробую найти, может, что будет. Дождик, что ли, пошел? Мелкий. Косача одного видал. Итак, ребята, вот залез на березку, короче. Набрал, короче, пол пакета этих волнушек. Ну, сел, короче, чая попил вот здесь на березе. Ну, потом, короче, смотрю. Вот так, по горизонту, вот так. Ну, метров, может, 300 от меня, вот так шпарит косач, короче. Полетел туда, короче. Ну, вот так улетел. Ну, я начал делать вот так. Косач так. Потом, короче, смотрю через минутку. Вот это вот, видите, вот этот вот околок. Ну, до него метров 200.
хуякс, короче, прилетел на макушку, сел. Потом, короче, это, я под... Вот так поделал. Он, короче, вот так задел и полетел сюда в болото, короче. Так в болото улетел. Я опять сижу так. Делаю. Смотрю. А он отсюда, короче, вот так круг дал, короче, и летит вот так прям надо мной пролетел. Меня увидел, короче, напугался и полетел опять сюда в болото. Вот. Сейчас сижу. Ну, думаю, вот так вот будет лучше косача попробовать посмотреть. Где они летают, короче, и, может быть, прилетят на звук, на мой, как я их маню. Друзья, слушайте, козел орёт. Молчит. Угу. Может, придет. А я, короче, собираю волнушки. Вообще разорался. Слушайте. Слышно? О. Смотрите, ребятульки, как растут волнушки. Видали? Прям семействами. Вот такими вот. Смотрите. Вот. Один. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Там вот шестой. Шесть волнушек, короче, друзья. Видите, прям семейство. Семейство волнушечное. Я их вот так вот собираю. Сейчас червивых мало. Только переросшие старые. Я их сейчас смотреть сильно не буду. Друзья, вот смотрите. Видите, ножка какая? Обалденная, жена дома переберет. Мне сейчас надо быстрее до корчашки дойти по светлоте. Если у меня телефон не сдохнет, я вам сниму, как буду вытаскивать этих ротанов. Все, давайте, друзья. А вот еще один, смотрите, я его даже не заметил. Блин, ну сегодня, вот сейчас, пока я был здесь, Пороша прошла с дождем, с ветром, с офигенным. Короче, может быть, их и сморозят эти грибочки, друзья. Короче, друзья... Там еще я видел, сидел. Один косач пролетел. Это был четвертый. И потом, короче, еще пять штук сразу же пролетело. Манил, манил, вот так вот летали. И сейчас, короче, шел вот одного. Поднял, взлетел, короче, десятый. Короче, набрал полный пакет волнушек. Сейчас вот иду. До корчашки осталось примерно метров 800. Ну, сейчас, короче, приду. Поеду домой, друзья. Ладно, давайте. Думаю, что батарейки мне хватит. 20% зарядки, 15% включается фонарь. Все, давайте. Короче, друзья, в лед крикоша сбил. Сейчас вот пришел корчашку проверять. Крикоша не смогу достать сейчас. Придется завтра идти. В болотце упал. Слышно, не на воду. Ротанчиков вот сколько. Сейчас попробую пройтись там. Может быть, обойду. И, короче, друзья, 44 ротана и вот этот вот крикаш. Вот, добыл его. Вообще все классно. Сейчас домой по-быстрому пойду. Короче, все, давайте, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Друзья, хочу сказать вам, почему я не хожу на уток. Потому что у меня сейчас нету денег на дробовые патроны. Давайте, кто может, помогайте. Ссылка на донат у меня в описании канала. Все, давайте, ставим лайк.